чтобы кто-то смотрел твои игры и помогал с ошибками. То есть ты можешь сам свои игры смотреть, но если игрок другой, знающий, тебе подскажет, просто прогресс намного быстрее идет, по себе знаю. Очень плохо играю. Ну, главное желание. Привет, Оладушек. Здорово было бы, чтобы скилловые игроки комментировали Red Bull и прочие турниры. Ну, я знаю, Винч бывает, что-то там с кем-то кастил. Ну, да. Он в первую очередь игрок. Я буду кастить, по-моему, 4 сентября. Короче, да, по-моему, 4 сентября Московский киберспорт. У них турнир, и мне предложили там комментировать тоже. Мы пока договорились только на один из дней. Вот, хотя у меня тоже такое есть, у меня есть немного критики в их адрес. Они не разрешают игрокам не из России играть, то есть я белоруска по гражданству, я играть не могу. Но при этом комментировать они меня приглашают. И вот как бы... Мне это не очень нравится, но это не повод, конечно, отказываться. Так, у нас монголы, а у него что? А у него что? У него баген... А, он играет за новую циму. Это, кстати, багенцы. Я не знаю, как они по-русски, ребята. Чехи? Русофилы. Кто русофил, Оладушек? А, московский киберспорт. Так, подождите, что происходит? Я немного раскликалась слишком сильно. Это нам не надо. Тише едешь, дальше будешь. Чехи, ага, окей. Ну вот, значит, он за Чеха играет. Посмотрим. Я против Чеха играла, по-моему, на Мега Рэндом разок, но не играла еще на Арабии против Чеха ни разу. Так, давайте возьмем ту вот овечку, которая там стоит. Потому что я боюсь, что он украдет все. Так, сюда пойдем на лес. Лес мне вот этот очень нравится. У них вагончики топ, о да. Но они такие странные, эти вагончики. Я разговаривала с кем-то из хороших игроков. И они мне сказали, что эти вагоны годятся, если ты их впереди юнитов пускаешь. А если ты просто играешь вагонами и больше ничем, то это такое себе решение. Они как таран, то есть это как осадка своего рода. Ты должен ее пускать, например, впереди лучников. И тогда очень классно доджатся они. Так, давайте за кабаном пойдем, что ли. Тут у нас порядок. Если только вагоны, то можно монахами всю армию развалить. Ты имеешь в виду, подожди, если я вагонами или если противник одними вагонами играет? А где вообще второй кабан? Я, конечно, разведчик тот еще. Мне надо второго кабана срочно, срочно найти второго кабана. А вон он, родной. Окей. Ладно, значит, с этим оленем мы не подружились. А, вот это черт. Не, нормально, нормально. Я думала, сейчас он вокруг золота обойдет и мог погибнуть. Крест. Так. Он уйдет. Я играл против него некоторое время назад. Кто уйдет? Куда уйдет? Давайте пойдем. Можно, конечно, 19, если сильно захотеть, но я люблю 2, то есть 18, если сильно захотеть, но я люблю 20 крестов делать. Химия все равно долго грейдится. Ну да, это... Ну, все равно, мне кажется, самая крутая штука за богемию, за чехов, это не вагоны, а выходить в луков и делать им химию. Все равно, это я... Ну, это должно быть очень сильно. Я еще сама не пробовала, но из того, что я слышала, это очень сильно.
я бы делала именно это. Ну, понятно, химия дорого стоит, университет стоит дорого, но иначе было бы слишком просто, если бы... А если бы оно еще и дешево стоило, то Цива была бы непобедимая. Так, разведка моя, как обычно, очень-очень поздно. Так, чувак сюда идет. Так, он уже волится, ясно. Ясно, понятно. Вот он сейчас играет с огнем. Ага, он знает, что я раньше апну с Амангола. И он меня не догоняет, потому что он своего скаута потом потеряет. Он не знает, когда именно я апнусь, но знает, что скоро. Так, ну что же, здесь у нас все под контролем. А как бы мне вот тут я, наверное, заволюсь. Здесь делаю конюшню здесь и вот так заволюсь сюда, потом там заволюсь. Ну такая себе карта, в принципе. Играть можно. Я вообще, когда перешла, стала играть в Definitive Edition, перешла с Вубли. Я очень долго привыкала к тому, что все волятся. И я не была волером. Спросите того, кто меня знал раньше, они вам подтвердят. Но поскольку все волятся сейчас, кто серьезно играет, я тоже стала волиться. Я этим не горжусь. Надо было убить, может быть, этого скаута. Так, ну поскольку он заволился и что-то такое делает непонятное, типа FC, то мы тоже будем медленно волиться, правильно? Он, походу, просто FC делает. Я могла бы сейчас привести крестов и поставить башню вот на этом вот. Но это немного рискованно. Ты вроде идешь, думаешь, что он фасткасл играет, а на самом деле он не фасткасл делает, а что-нибудь другое. И вот ты уже креста отдал. Ой, крестов как бы рабочее время, хождение туда-сюда, поэтому я не очень люблю эти башни. Так. А где-то здесь был... О! Вот этот, скорее всего, умрет крест. Да. Это обидно. Это обидно. Он, скорее всего, будет делать с луков. И потом... Да, химия и так далее. На канале нет ставок на баллы канала. Хочу циву заказать на 15к, где-то его нужно взять. А, знаешь, что в чем проблема? На канале есть ставки, но нету мода, который понимает по-русски. Поэтому... То есть у меня много модов, но они все разбежались, потому что, ну, блин, они не понимают, что происходит. А, может быть, кого-нибудь из вас сделаем модом после этой игры? Так, у него уже... Он, видите, даже не делает ап на атаку. Он очень-очень экономично играет. Думал, что спасется. Что ж мы будем делать-то в замках, а? Химии и кого же? Я уже не помню, что я говорил. Он будет делать химию и лучников будет делать. Так, ну что, еще одного креста. Но мне придется делать скирмов. Потому что иначе... Иначе будет беде. Будем делать скирмов.
Так. Он уже апается. Всего... Ну, тут у меня с ресами непонятно что. Вот тут бы хорошо все домиками застроить, но это столько леса на это уходит. А за донат можно цигу заказать? Можно. Я от доната отказываться точно не буду. Буду только рада. Так что заказывай. Он сказал, что перестанет стримить турниры и просто будет реже играть в эпоху, но стримы будут. А вы про кого сейчас? А, Грина. Ну да, я Грина раньше чаще видела, сейчас реже. Не то чтобы слежу, но да, такое впечатление, что он немного пропал, немножечко пропал. Так, я не вижу эту армию его больше. Вот что, я немного расслабилась, читаю чат, а скаут мой просто так бегает на автомате. А он должен следить, где армия противника. А вот она. Так, знаете что, мы сначала в приоритете вот это поставим, поскольку он все еще не выдвигается. Мы сделаем не стрелу, а сделаем сначала пилу. Поскольку мне бой сейчас принимать не надо, я лучше сэкономлю ресурсы, правильно? И сделаю эко-апгрейды. Так, на золоте у нас уже слишком много, нам столько не надо. Windblow donated 2 euros. Slovene. Это... Подожди, что такое Slovene? Это славяне? Windblow donated 2 euros. Slovene. Окей, хорошо. Договорились. На всякий случай напомни мне после игры. Потому что я могу забыть. Договорились, что ты это сделал? Он идет куда-то вот сюда вот. Не совсем понятно, куда он именно ушел. А, теперь понятно. Хорошо бы, конечно, еще эту баллистику сделать. Непонятно, есть у него химия или нет, но у меня уже есть две брони. Не сделал бы он только... Ну, по идее, коней он не будет делать в этой ситуации, да? То есть опасность сейчас в чем? Что я играю чисто с кирмами, да? Это контр-юнит хороший. Но если он добавит одного коня буквально, то от моих скирмов ничего не останется. Давайте попробуем посмотреть, что он делает.
Так. А вот жалко, что коня я этого скаута потеряла. Вот это было жаль. А в остальном, я не знаю, у меня, ну, как бы, есть надежда, что я, возможно, впереди него по экономике. И не похоже, что он будет добавлять что-нибудь к своим лучникам. Похоже, он, наверное, пытается играть, вот как вы предлагали. Там химия, все апы. Ну, давайте на всякий случай сделаем монтов, на случай, если он добавит одного коня. Вот то, что я тут теряю крестов, это, конечно, не очень мне нравится. Ну, он, конечно, микрит, но у меня-то химия, у меня химия и баллистика, поэтому не знаю, мне кажется, он зря микрит. Так, а здесь что происходит? Это можно было ожидать, поэтому мы строим здесь тир. Слишком много я перетасовываю крестов, я знаю, плохая привычка. Постоянно перетасовываю. Вроде уже кликнула в одном ТЦ. Какое действие надо. Потом снова возвращаюсь, снова кликаю. Так, а здесь мы... Не знаю, давайте вот так будем тут делать. Хорошо бы тут можно было бы, наверное, перейти в коней. Но как-то скотно немного, если честно. Потому что моя экономика не настолько крутая, чтобы перейти в коней. Так. Барлыкчын, амар миндүү, барлыкчын, тийм үү,
Окей, да, значит, я вижу, что у меня с лесом проблемы какие-то прям жесткие совсем. Я это вижу. К сожалению, вот мне хватает как бы скорости на какие-то вещи, но вот прям, чтобы прям вот перейти... То есть вот так играть, как я играю, да еще чтобы ресурсы не копились, это, к сожалению, не всегда получается. Ну что, давайте. Много-много ТЦ. И что мы делаем дальше? Я не знаю, даже в Мангудае выходим. Или мне кажется, надо выходить в легкую кавалерию для начала. Потому что Мангудай это в долгосрочной перспективе, да. Но если сразу в них выходить, это значит, ты будешь очень долго раскачиваться. То есть ты даешь противнику время отбумить и тоже во что-нибудь выйти, этакое. Ну что же. По-прежнему много леса, но уже чуть-чуть лучше стало. Домиков мне точно надолго хватит. Так, это мы... Замок я хочу здесь поставить, чтобы было... Все равно, вот... слишком у меня мало еды сейчас. Чтобы что-нибудь тут изобразить такое. Ну что? Ага, вот тут я и споймаю вот этих костов. Это очень хорошо. Так, ладно, слишком много там всего. Продолжение следует...
Так, сейчас он будет этот... Этот камень. О, этот... пытается замки мои убить. Ну, это мы сейчас все разберем, скорее всего. Черт, вот это плохо. Нет камня. Такое себе. Вроде как выигрываю, а вроде как с таким скрипом, что... И потратила много-много камня на то, чтобы починить. Боже мой, что тут происходит с крестами? Это какая-то дичь. Моя... Как то, как я управляю своей экономикой в импах, это очень-очень печально. Я практически не проверяю, сколько у меня крестов на каком ресе. Я просто вот рандомно их кидаю, с одного реса на другой перекидываю. Надо что ли порейдить, но я боюсь оставить вот это место, потому что я его замок атакую, поэтому, наверное, я не буду рейдить. А вот здесь мы вот это вот подготовим по-хорошему. Так, вот тут у нас идет рейд. Джи-джи. Ну вот. Я думаю, что очень-очень правильно было, что я сделала скирмов и все апгрейды на них. Иначе я бы не выиграла. Он выходил конкретно в фулл-фулл...